Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Афиша и я, Иван Распопов. Посмотрите на меня и согласитесь, как ни крути, здорово быть звездой. Девушки, шампанское, ну, это все понятно, но я не про это. Если у тебя накопилось много ненужных вещей, можно задорого продать их поклонникам. Но все эти деньги, мы, звезды, поверьте, всегда отдаем на благотворительность. Так будет и в этот раз. Вот так и подумал Дмитрий Сицпирин из ансамбля «Тараканы» и решил организовать новогоднюю рок-ярмарку. Идея заключается в том, что перед Новым годом просто-напросто собрать это со всех ребят, музыкантов известных рок-групп, не знаю, актеров, диджеев, радиоведущих, всех, кто к нам готов присоединиться. Собрать все эти вещи, которые эти люди с радостью бы отнесли на помойку, да им жалко, и продать за деньги, кто сколько даст, их же поклонникам. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Все новое, все носимое. Вот в этой майке я выступал неоднократно, можно, например, фотки увидеть в интернете. Майка группы Абба. Она пока что еще нужна самому. Поучаствовать согласились и его друзья-музыканты из групп «Трактор Боулинг», «Ляпис Трубецкой», «Амели» и многих других. Кстати, они не только поделятся содержанием своих полок, но и сыграют небольшие акустические сеты. Постарались мероприятию своему придать вид просто, ну, некого увеселительного хэппинга, да, чего-то в центре Москвы, куда не падло, пойти с другом, с подружкой, с семьей, может быть, ребенка взять туда. Там у нас будет, значит, разливаться слабоалкогольный глинтвейн, там мы будем раздавать на халяву всякие пироги, блины и там подобную горячую закуску. На ярмарке не будет фиксированных цен. Каждый заплатит, сколько захочет. А все вырученные деньги пойдут в фонд помощи бездомным. Мы хотим начинать все-таки от какой-то стартовой цены, единой для каждого предмета, для любого предмета. Неважно, что это такое, шляпа, там, в которой я выступал пару раз, или, например, электрогитары, есть даже такие лоты у нас. Да, скажем, не знаю, 100 рублей. Итак, праздничная рок-ярмарка пройдет в магазине «Зигзаг» 25 декабря. Начало в 14:00.